Знаменитый Одесский ботанический сад – памятник садово-паркового искусства под угрозой уничтожения. Вполне возможно, что оранжерею сада, там, где находятся редкие растения, просто отключили от отопления. Если систему не восстановить, уникальные экземпляры флоры могут погибнуть. Уникальный Одесский ботанический сад вполне может оказаться под угрозой. Как обнаружил известный одесский общественник и активист Юрий Никитин, труба отопления, благодаря которой поддерживается благоприятная температура для редких растений, просто отрезана от системы. Я решил прогуляться через сад и увидел там вот эту вот трубу, которая заварена, просто отрезана, заварена. И мне стало непонятно, что это. И как бы там я поговорил с сотрудниками. Это отрезанное центральное отопление, понимаете, и, в общем, не видно, чтобы кто-то собирался его восстанавливать. И они объяснили мне, что при проверке это было обнаружено вот этими сетями отопительными, что якобы было предписание, что на это предписание отрезал это сосед Грина, вот этот, который строится. И что-то пока никакой реакции на предписание нету. А проблема-то в том, что это отопление, оно отапливает и оранжереи. Понимаете, там же самое ценное. Напомним, Гринвуд – многоэтажные апартаменты, активное строительство которых началось рядом с ботсадом еще 2,5 года назад. По данным некоторых СМИ, компанией-застройщиком владеет господин Галантерник, имя которого все чаще всплывают в связке с городским головой Геннадием Трухановым. Может, поэтому именно этим людям позволяется все, в том числе и убийство одесских достопримечательностей. И здесь важно понять, что под угрозой уничтожения – уникальный памятник садово-паркового искусства. И успеть, наконец, восстановить отопление надо до наступления холодов, потому что если это не сделать, ботанический сад таким, каким мы его знаем, будет уничтожен.